Общественная палата города Магнитогорска приступила к работе после летнего перерыва. Первое осеннее заседание состоялось на этой неделе, 26 сентября. Основной темой обсуждения общественников стала подготовка образовательных учреждений к началу учебного года. Подробнее расскажет Юлия Никифорова. На первом осеннем заседании общественной палаты города Магнитогорска исполняющего обязанности председателя Владимира Ивановича Зяблицева, человека, зарекомендовавшего себя на поприще охраны закона и правопорядка в нашем городе, единогласным решением участников встречи утвердили в этой должности. Одним из обсуждаемых вопросов стала организация выборов губернатора Челябинской области. По словам Владимира Зяблицева, процедура голосования в Магнитке была организована достойно и законно. Общественники активно принимали участие в подготовке и проведении выборов. Самых ответственных и старательных помощников, членов молодежной общественной палаты, на заседании даже наградили почетными грамотами. Палатой было подготовлено 184 общественных наблюдателя. Каждый из наблюдателей получил вот такие вот памятки, которые были разработаны общественной палатой Челябинской области. Получил свой идентификационный бэдж и индивидуальное направление на конкретный участок. По информации общественных наблюдателей, все участковые участки были оборудованы в соответствии с действующим законодательством. Главным докладчиком встречи стала начальник управления образования администрации города Наталья Сафонова. Она рассказала общественникам о подготовке к началу учебного года. В Магнитогорске 199 муниципальных образовательных учреждений, в которых в этом году приступили к занятиям 79 820 детей и подростков. По словам Натальи Викторовны, все образовательные учреждения успешно прошли процедуру проверки на предмет готовности к началу учебного года. В этом году городу удалось решить большое количество хозяйственных вопросов в школах. Только на замену оборудования в пищеблоках из муниципального бюджета было выделено более 60 миллионов рублей. Наталья Сафонова ответила на все вопросы общественников, рассказала и про нововведение этого года – турникеты и электронные пропуска в школы для детей. Карточки выдаются детям, и карточка это дает возможность прежде всего прийти в учреждение и выйти. Если родители отказываются приобретать карточки по тем или иным причинам, то в этом случае в образовательном учреждении есть вахтер, есть дежурный администратор, или ребенок забыл карточку, и ребенок спокойно проходит в образовательное учреждение. Начальник управления образования, в свою очередь, пригласила членов общественной палаты в школы. В периоды проведения государственных экзаменов необходимо присутствие общественных наблюдателей в кабинетах. Юлия Никифорова, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.